друзья, в Докаталика Тренд. С вами Катя, и сегодня мы вместе с вами продолжим играть в игру Two Point Hospital. Сегодня я планировала бы обойти две больницы, нашу первую и вторую больницу, а третью уже рассмотреть в следующем видеоролике, так как видеоролик получился бы намного длиннее, чем сейчас. А я планирую выпускать не длинные видеоролики. Итак, вот наша первая больничка, можно увидеть. Самая первая, в которой мы делали свои первые разные штуковины. И первая сделала лабораторию деконструктивизма. У нас еще такой не было, поэтому нужно сделать. Обязательно. После того, как все готово, можно посмотреть, что смотрится она неплохо. И нанять сюда кого-нибудь из врачей, чтобы кто-то работал, иначе без работы никак. Следующее я немного здесь пообустраивала. И выглядит это тоже очень классно. В общем, больницу начинаю приводить в полный порядок. Это очень круто. Следующее делаю небольшую комнатку. А комнатку уже, собственно, для того, чтобы наши врачи, медсестры могли там отдыхать. И мы переходим во вторую больничку. Вот такой вот у нас тут центр. Делаем сразу несколько кабинетов во втором корпусе. В прошлой серии мы купили корпус, сегодня его обустроим. Все закладываем, чтобы кабинеты у нас были полные. И пока я все пообустраивала, и на этом будем заканчивать. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, и кто хочет больше серии по Two Point Hospital, ставьте лайк. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.